Добрый день, дорогие мои земляки, сарокташцы. Сегодня 6 октября. На дворе плюс 24. Замечательная погода для того, чтобы совершить еще одну очередную прогулку по Сарокташу. Сегодня я вас приглашаю прогуляться со мной по улице Элеваторной. Но раньше она называлась Элеваторская. Но вот теперь Элеваторная. Начинается она вот отсюда. Начинается от завода Коммунар. Переулок Заводской. Вот бывшее общежитие. Второй номер у него и по переулку Заводскому, и второй номер по улице Элеваторной. А вот на этом здании я не помню, чтобы был номер когда-нибудь и указание улицы. В 72-м году я работал на заводе Коммунар, и в это здание мы ходили в рабочую столовую. За 68 копеек можно было очень хорошо покушать, первое, второе, третье. А на втором этаже располагался промтоварный магазин. Оба эти предприятия мы посещали долгие годы и пользовались услугами. Ну вот, никогда я здесь не видел адрес, хотя бы номер этого дома. А сейчас здесь располагается музейно-выставочный центр имени Чумакова. Птички еще поют. Погода и им доставляет удовольствие, как и нам. Ну что ж, начинаем движение по улице Элеваторной на восток. Рядом с общежитием, вот с этим, раньше располагались одноэтажные многоквартирные дома. Вы их прекрасно помните. По левую сторону здесь домов не было и в те времена, когда стадион был поменьше, территорию меньше и занимал. А по правую шли четные номера. Вот это четвертый номер дома. Что-то я не уверен, пройдем ли мы по этой улице прямо. Я не уверен, что мы здесь пройдем. Дороги практически не видно. Ну а там забор. Все, ребят. Вот. Здесь мы упираемся. А дальше что? Нет, не пройдем здесь. Все. Притон. Выбираемся назад. Ну вот. Для того, чтобы дальше следовать по маршруту улицы Элеваторной, нам придется с вами вокруг стадиона проехаться. И сейчас возвращаемся назад по улице Элеваторной. Вот такой объезд нужно совершить. Выезжаем с улицы Элеваторной, сворачиваем на переулок Заводской. Едем по улице Мира.
проезжаем мимо стадиона. Едем по улице Степной. Со Степной сворачиваем на Крупскую. Проезжаем Настеньки на враг. Упираемся в гаражи рядом со стадионом завода «Коммунар». И огородами. Опять оказываемся с вами на улице Элеваторной. Все правильно. Там 2-й, 4-й, 6-й были дома. И здесь нумерация продолжается в почетной стороне. 8-й и далее. Ну, а это, надо полагать, усадьба 3-го дома. Так, осень работает. Все верно. Дом номер 3. Нумерация соблюдается. Вот она, красная рябина. Вот такой лебедь здесь на цветочке любуется. А это все следы осени. Хорошо. Парочкой жизнь совсем другая. Счастливая жизнь. Домашняя. Понятненько. Вот они. Осенние листья. Ну, замечательно. Так украшать свой дом просто. Очень даже симпатично. Кошечка трехцветная. 1, 2, 3. Значит, кошечка. Это дом был по улице Крупской. Ну, а вот от этого дома, 24-го, я хочу передать привет на побережье Черного моря Галине Журавлевой. Дом ей этот очень хорошо знаком. По этому поводу даже солнышко выглянуло. Мы с Саракташа любим передавать теплые и добрые приветы. Да, ну оно и понятно. Саракташ — это такой удивительно приятный поселок, в котором кто хоть раз побывал, обязательно захочет здесь еще побывать. Очень интересный. Шиповничек здесь у нас растет. У меня сложилось впечатление, что сентябринки в этом году хит сезона. Так, ну это дом под снос, надо полагать.
19, 21 и так далее. Вот и даже двухэтажный есть на элеваторной улице. Так, подъезжаем к улице Колхозной. Колхозная берет начало вот элеватора. Ой, какая прелесть. Ну, это поздние яблоки. Это поздний сорт. Мои-то давно уже все облетели. Молодцы хозяева. О, да тут и ромашка моя. Ой, какая красота. Ой-ой-ой-ой. Ай, молодцы, ай, молодцы. О, да какая она здесь крупная. Ой, какая крупная. Ай, молодцы. Ой, какая ромашка крупная, а. Ну, прям благодарность и спасибо хозяевам. Украсили и улицу элеваторную, и сорокаэтаж в целом. Молодцы. Ну, вот погода начинает меняться. Все-таки мы гуляем с удовольствием и давно уже. Так, хозяйка. Вот интересно, та была желто-белая. Черная, это черная. Вот какая. Ох, такие шишечки здесь. Ну, здесь полисадничек засажен цветами и сентябринки в изобилии. Так, это квадратное у нас дерево получилось. Очень интересно. Красоту ее не спрячешь. Осень и с цветами разбирается. Ну, это прям венгерские яблоки. Вот на элеваторной венгерские яблоки растут. Ну вот так, дорогие мои, заканчивается наша прогулка по улице Элеваторной. Выехали мы на улицу Победы. Очень хорошо, что выехали уже, потому что погода начинает немножечко портиться. Но еще достаточно тепло. Ну вот так, дорогие мои, прогулка наша закончилась по улице Элеваторной, бывшей Элеваторской. Всех благодарю вас за участие, за интересные отзывы. Не думаю, что это крайний фильм. Надеюсь, что
И октябрь, и ноябрь нам еще подарят светлые солнечные денечки. И мы с вами прогуляемся по нашему Сарташу. Всем вам удачи, всего доброго. До новых встреч.